Мы летим из Израиля в Турцию, в Париж! Самолет. Садимся. Скоро. 12. А сейчас сколько? 11:30. Молодец. Мы идем туда. Самолет. Привет. Мы идем на показ. Привет. Двухэтажный автобус. Обалдеть, двухэтажный автобус. Где мы сейчас находимся, детишки? Около Лувра. Что такое за Лувр? Это замок, где живут короли, сейчас там картины. Всех известных художников. Например? Например, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Автобус двухэтажный. Высоту? Да. Берешь туда мог. Красоту я буду снимать дома. Мы на мосте замков. Тут такие потрясающие замки. А что это за мост? Чем он необычен? Что влюбленные сюда приходят, закрывают замок и кидают ключ в реку. А для чего это делают? Чтобы для вечной любви. Да. Неужели? Прикинь. Надо ключики вставлять в замочек. Нет проблем, у меня есть ключи от машины, от квартиры и там, где деньги лежат. Это поможет, если я брошу туда ключ? Не надо! Вот так вот она, любовь, да? Нет! Надо что-то от этого отбрать и закрыть. Катрин, как тебе тут? Мишелька нашла ключ для локера. Только он тяжелый попался. А расскажите, что вы тут делаете, а? Мы едим самый вкусный вещь в мире. А что это такое? Креп тосты с крепом. Креп торпати. Мог тебе сказать, как бы на французском. Креп. Креп для француза. Леран, а что ты лопаешь? Это наш первый обед во Франции. И ты уже облизываешь ручки. Мишелька там уже облизывает шоколадки. Я тоже недавно облизала ручки. Обалдеть. Вкусно? Я думаю, мне тоже вкусно. Привет. Привет всем. Привет. Где мы, где вы? На площади святой Мишельки. А почему Мишелька стала святой? Ну, я знаю. Понятно, объяснение, спрашиваем у гида. Небольшая, но симпатичная. Все драконы ее охраняют. Кто охраняет? Драконы! Покажи мне их, пожалуйста. Один, два. Покажи Святой Мишельки. Желтый. Даже есть магазин Святой Мишельки. Я смотрю, Мишельке просто повезло. Ура! При жизни. Все готовили. Осветили ее фонариком. Поэтому она стала Святой Мишельки. Такой большой, красивый. Мы с мамой и с Лерошкой. И я стоим в очереди. Нотр-Дам. Нотр-Дам или Сен-Шапель? Нотр-Дам. Извините.
take all of me. Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Папа, скажи привет. Салют. На ананас. Салют. Кому это ливу саба? Пьем сок. Вот. Едим сыр. Посмотри, в чем я режу ананас. И? Подмороженного. Мороженое. А где мороженое? А мы его уже съели. Вот нас тут оно. Сыр. Ням-ням. Мы и соблюдаем вот кашрут. У нас колбаса один на сыра. Сзади нас куча красивых фонтанов. Ням, как он А где это? В каком городе? В Париже! И снова в Париже? Да. Обалдеть. Второй день. Дубль два. Почему дубль два? Это первый раз тут, нет? Да. Второй день. Второй день, но не дубль. А что это за арка такая? Я попал Наполеон. Наполеон. В честь своей победы. Над кем? Он же проиграл. Над Германией. А в России он проиграл. А в России есть триумфальная арка? Да. В Ленинграде. В честь победы. Над кем? Над Наполеоном. Вот как интересно. Так, ну что, мы идем туда? Да! Привет! Красивая, ты посмотри, какая красота. Привет! Привет, а куда вы идете-то? Наверное. А далеко идти? Вон туда. Ага, где-то там, понятно. Красиво, там. А если посмотреть направо, то что там будет? Эйфелева башня, мы там танцуем. Тут так красиво. А вон там наверх, посмотрите наверх на гору. Что вы там видите? Берите сакерку. Мишалька, привет, вы где? Мы на рынке. Клешня. Ты какая симпатичная клешня. Гадость. Да, гадость. Боже, что вы тут. А это что такое, сыры какие-то тут, да? Это более вкусно. Привет, а что вы тут делаете-то? Едим в кухню черешню. Французская настоящая черешня? Да. Ну и как она? Шикарно. Большая. А где вы ее едите-то? Площадь какая-то. Существо с двумя головами, шестью ногами и одним хвостом. Кто такой? Движена. Площадь Движена. Интересно. А куда мы придем через 10 минут? В музей Родена. Эйфелевой башни. Молодец, Котя угадала. Котя молодец. Котя всезнайка. А Мишелька?
хороший. Да, батька. Ну, как красиво. О, шашлык убежал. Я обратно побежал. Замечательный шашлычок. Пока. Да, Катрин, на что смотрим? Смотри сюда. Потрясающе. Мама. Я вижу. Да, серьезно. Солидно так стоит. Это все она. Мы тут. Спасибо. Такое ощущение, что мы прямо таки в Париже. Хватит. Куда идем? Что-то все не направляете. Куда вы меня зовете? Туда. Кто там? Что там? Эйфелева башня. Какую башню? Ух ты, не заметил. Точно, надо ее потрогать хотя бы. Привет. Салют. Где вы? Около... инвалидов. Инвалидов? Катрин, ты инвалид или Рон инвалид? Около дома инвалидов. Дома? Что за домик такой маленький? Вот этот внизу? Да что ты там? Руки убери. Обалдеть, как вы туда попали-то? Он такой... Эй! Такой дом, а где дом-то? Ух ты! Наверху. Дом! Тут живут инвалиды? Да. Да. Сюда можно засунуть этих инвалидов просто, ладно. Там умерший Наполеон, его прах. Там хранится его прах? А кто построил его, это здание? Наполеон? А для чего? Чтобы те, кто от войны сберегли, чтобы жили тут. Сберегли, да, хорошее слово. И те, которые умерли, тоже. А сейчас там есть люди? Да. Да, есть. Там живет около 100 человек. 100 человек. Герои войн. Верно, Лерон? Пока. Да, очень старые. Ну, наверное. Древние, ветхие, давай. Ладно, пошли дальше, нам еще далеко идти. Во-во, по стеночке идем. О, Мишелька двигается по стене. Молодец, юная скалолазка ты моя. Тихо! Что ты говоришь? Тихо! А почему тихо? Ты мешаешь думать. Он балдит. А куда ты идешь-то? Так ты попала. А, ну да, мы же возле дома инвалидов, конечно. Так вот они по стеночкам идут, чтобы их никто не заметил. Шпионки. В сегодня пришли. В дом Родена. Кто такой Роден? Скульптор. Который делает красивые скульптуры. И где мы сейчас находимся? Около саду. Врата ада. В саду, и что это такое? Это врата ада. И что тут изображено? Тут много вещей изображено. А кто наверху изображен? Самом-самом верху? Мыслитель. У меня еще сверху трое богатырей. Каких-то. Лучше бы, Мишелька, ты помолчала бы со своими богатырями. Где мы сейчас? Мы около шестеро людей, которые жили в Кале. Кале. И их какая-то страна захватила. Англия, да? Англия, значит. И эти шестеро очень важных людей. Может быть, даже одни из них принцы, короли и так далее. И они сказали, шестеро люди очень важны, придут и отдадут им ключ от своего города. Вот тут этот ключ. Вот он. И на них они сказали Германии, возьмите нас, отпустите страну. Город, и... да, освободите город и возьмите ключ. Возьмите. Мы сдаемся, да? И возьмите нас. И возьмите нас вместо всех. И им одели веревки и сказали, отдайте нам ключ, и мы вас отпустим. А на них повесили веревки, вот, на нем видно, двух сторон. Они все бедные несчастные, отдали ключ и их снесли с лица земли. Пока. Привет. Привет. А вы где? Мишель, а ты где? Привет. Где вы находитесь? Ох ты, тут карусели. Вы в Диснейленде? Нет, нам не сюда, нам туда. Куда? Отсюда ее не видно. Что это там такое? Отсюда вообще ничего не видно. Это очень
красивая. Да, чем же она красивая, чем она необычная? Кому она посвящена-то? Алису. Иисусу Христу, да? Сердце Христово. Вот кому она посвящена. Я его называю Алису. Мишель, куда мы заходим? Сакхакер. Куда? Сакхакер. Ух ты. Много народу? Да. Строится белого цвета прямо на верхушке горы. И начали собирать пожертвования всех садей. То, что мы были много деньгами, тут на зеркале ставится. Привет, где мы сейчас? Мы во Франции! И что нам нужно делать? Выбирать машину. Ну давайте, какую? Да. Слишком большая. Нет. Маленькая. Некрасивая. Уродливая. Вот эту! Какая? Вот эту красивого! А эту, да, и ключи даже есть. Ничего себе. Ну ладно, поехали. Лероха, тебе тоже это нравится? Да. Привет, куда мы сегодня пришли? В замок. В замке. Замок? Какой замок? Как он называется? Я вам помогу. Шенсу. Да, да, это. Шенсу. Где мы сейчас находимся? В каком около месте? Реки. В долине Луары. Как тут красиво-то. Мы сегодня пришли смотреть на очень много замков. А где сам замок? Что-то его не видно. Одни деревья. Это лес вокруг него? Да. Да. Ну что, заходим? Конечно. Пошли. Пошли. Добро пожаловать. Привет. Видите, это замок. В 16 веке дали король Генрих своей фаворитке Диане де Пуатье. Это спальня Дианы Пуатье. В этом зеленом кабинете королева Медичи, Екатерина Медичи, управляла Францией.
Верон, куда ты меня ведешь? Конечно, на кухню. Ну, пошли. Это большой конверт. Это пешка до выпечки хлеба. Ух ты, там булочки. А где мы сейчас находимся? Мы находимся в комнате для разделывания мяса. Вот стол, брали ножик и хрясь по мясу. А голову тебе шли вот туда. Ой, ужас. И можно было и сюда класть, и сюда класть. Папа, папа, а меня туда не надо класть. Хорошо, возьмем кого-нибудь поменьше. Нет! Нет, тогда побольше. Нет! А непослушных ребятишек ставили в угол. Вот этот вот, на кухне. Повернитесь. Мы вас прощаем. Вот тут внизу причаливали лодки. А с помощью этого поднимали еду наверх. Привет, мы около лабиринта. Пора прятаться. Не олени, но наши. О, наконец-то из лабиринта вернулись. Не пей водичку, Мишеленкин. А я хочу. Привет, куда мы сегодня приехали? В замок Усы. И чем он необычен? Что, когда я здесь поехал писать Эльшар Перо, то эти стены навели на него мысль написать великую сказку «Спящей красавицы». Ух ты! Вот роза, по-моему, она укололась. Да ну? Она укололась вообще-то об веретено. Я думаю, что скоро мы придем и узнаем, как она оказалась спящей. Или была ли она действительно такая красавица, как вы? Ну, судя по тому, что вы не спящие, то, наверное... Пошли.
Вот, посмотри, летит. Видишь? Там один? Он сейчас увидит свою добычу. Он идет вниз. Да. Поднялся. Да, я вижу. Да, ай, знаешь, поиски пеликаны какие-то. Это не айс. Это айс. На крышу, вот эти бутайки, вот это, вот это. Вау. На пеликан один.
смотрите, дельтаплан летит.
кстати. На веревку кто туда запрыгнул. Qu'on épargne sa vie. Привет, где мы? Диснейленд! Куда идем? Вау, туда идем, ну так бежим туда. Куда вы пришли? В сказку. Нам нужно туда. Где вы находитесь, Патришка? В каком-то лифте, который поднимается и грохается. А вы там уже были? Нет.
А тут вообще страшно? Не знаем. Лерока, тебе страшно? Нет. Привет! Лероха! Мы въехали в Диснейленд. Мы остановились около домика, чтобы в нем пожить. Куда ты меня ведешь, Катришка? В наш дом. А это что? Это наша машина. Ух ты, симпатичная. Удобная? Очень. А наш домик в лесу. Я внутрь. Что, прямо в лесу я смотрю? Зайдем. Все. Привет. Привет. О, да нас тут уже встречают. Да ты посмотри, как я вас встречаю. Это ну-ка. Наш холодильник. Ух ты, холодильник, я смотрю, не пустой. Да, неплохо. Классно. Что тут еще есть? Вон там мадемуазель вылазит. О, привет. А тут мы как тоже спим. Это твоя комната, Катришка? Можно сказать. Потрясающе. Вот тут все наши шкафы. Да, одеяло и подушки ждут ребят. А кто тут спит? Мы с Лерошкой. Ух ты, круто! А что тут еще есть? Покажи мне. Идем вперед. Веду. Вот тут наш туалет. Ну, туалет я понял, спасибо. Там Лерошка принимает ванну. Да, ну, покажи. Лерошка купается. Вот я это закрываю, вода не масла. Хорошо, Лероха. Наши шампуни из Диснейленда. Прямо как Микки Маус. Идем, я понимаю, что это наша комната. Да. Это родительская комната. Замечательно. Какой у нас вид из окна открывается? Красивый. Да, зеленый, мне нравится. Ну что же, замечательно. Спасибо, Катришка, за экскурсию. Пока. Пока. Куда едем? Детскую сказку. Котю, привет. Привет. Куда идем? Вперед! Мешает это разлив! Привет!
Диснейленд, однако. Симпатично. Привет. Привет. Котю, привет. Мама! Ты там промелькнула. Папа, помоги нам крутить. Хват... Привет. Как было, где были? Были на головы забивалки. Кто чего делал? Ты где рот держала? Закрытым. А ты что делала? Открытым, понятно. Мы были тут сегодня. Space Mountain. А тут мы с Лерошкой катаемся. Мы летим, Лерон. Мы с тобой летим высоко. Мы наклоняемся влево. Привет, там Котю была. Видел? Привет. Котю! Котю! Котю приехала к нам в Диснейленд с корабля. Классно. Мы далеко плавали. Куда вы плавали, расскажи мне. Среди красных каньонов мы проплывали. Каньон. И диких тропических лесов. Ну, обалдеть. Было приятно. Идем. Привет, сегодня все стреляем. Да. Дикий Запад. Приготовили ружья. Катрин, как дела? С ружьем? Все с ружьями. Котю. Извини, Котю, ты стреляешь? Я стреляю, подожди. Бум-бум-бум. Привет, что сидим? Привет, возвращаемся из Диснейленда. Да, Лерон. Лероха. Лероха. Ой, понятно. Он уже уехал. Привет, Мишелька. Последние полчаса во Франции. Улетаем. Патришкин. Домой. Домой. Джессики. Лерошка, улетаем домой. Дядя забыл. Мы улетаем. Поднимайся. Скажите пока.